Друзья, дорогие соотечественники, через несколько минут наступит новый 2018 год. Пока часы не пробили 12, время на мгновение останавливается, чтобы начать свой бег заново. Наверное, это и есть магия зимнего праздника. Мы словно находимся на распутье и верим, что на этот раз свернем правильной дорогой. И все у нас получится лучше, чем получалось до этого. Каким бы ни был 2017 год, завтра он уже станет частью истории. По традиции мы провожаем его в кругу близких, делимся радостями с друзьями. С оптимизмом смотрим в будущее. Важно, чтобы все наши достижения и планы неразрывно были связаны с благополучием и успехом нашей Молдовы. Ушедший год не назовешь удачным. Официальные лица, конечно, расскажут о каких-то успехах, но все мы понимаем, что жизнь простого человека в Молдове не улучшилась. В 2017 году снова не произошло чудо, а ведь волшебной новогодней ночью так хочется верить в чудеса. Впереди нас ждет масса событий. Молдова пройдет через парламентские выборы, и у граждан будет шанс изменить будущее своей страны. Однако в конечном итоге и личное благополучие, и процветание Родины зависит от усилий каждого из нас. В Бельцах мы показали, что можно работать честно и добиваться результата. Наша северная столица – единственный в Молдове город без коррупции в местной власти. 2,5 года они думают, что воюют со мной, а на самом деле они воюют с бельчанами. С каждым разом выпады против бельц становятся все агрессивнее и наглее. А тот демарш, который они предприняли накануне новогодних праздников, не лезет уже ни в какие ворота. Поэтому я решил, что единственный способ поставить недругов города на место – это референдум. А доверие ко мне и недоверие к ним. Решение о проведении референдума примет муниципальный совет. И мы начнем 2018 год с чистого листа. Путь к свободе не бывает простым, и его невозможно одолеть без усилий. Надо признавать, что в Молдове сложно не поддаться унынию, и многие люди навсегда ее покидают. Нет сегодня задачи важнее, чем остановить этот исход. Я часто общаюсь с соотечественниками, живущими за пределами страны. Знаю наверняка, почти каждый мечтает вернуться и обязательно сделает это, как только проскользнет хотя бы лучик света в конце туннеля. Второй раз подряд я встречаю Новый год вдали от родных мест. Сейчас, когда я вынужден произносить эти слова, наблюдая бельцы с монитора телефона, кажется, что нет для меня более близких и одновременно далеких людей, чем жители моей страны. В этот предновогодний час я уверен, 2018 год будет годом больших побед и достижений. В эту новогоднюю ночь я верю, что мы одолеем тяжелый путь, а все наши мечты о лучшем будущем воплотятся в жизнь. Я желаю благополучия, мира и счастья всем вам и вашим семьям. Верьте в себя. А я верю в каждого из нас. Пусть ваш домашний очаг никогда не угасает, а среди любимых людей всегда царит взаимопонимание. Пусть каждая минута Нового года принесет что-то новое и хорошее в вашу жизнь. И 2018 станет годом рождения мечты, которая непременно исполнится. Счастья вам! С праздником, дорогие друзья! С Новым годом! Ла Мулцайн, Молдова, Ва Юбеска!